В 2022 году владельцы 19 домов из деревни Петелина обратились в Мособлгаз с просьбой провести социальную газификацию населенного пункта. Собственных газопроводов у компании в этом районе не оказалось. Единственный способ поставки голубого топлива в дома – подключение к частному газопроводу. Социальная газификация на сегодняшний день – программа, запущенная президентом Российской Федерации. И данная программа подразумевает без оплаты подвод газа к земельным участкам жителей. На территории деревни Петелина проходит газопровод, который принадлежит газораспределительной организации КИС «Зеленая роща». Это объект естественных монополий. В конце декабря 2022 года состоялось межведомственное совещание с участием представителей Министерства энергетики Московской области, Регионального комитета по ценам и тарифам, Мособлгаза и органов местного самоуправления по вопросам финансирования мероприятий в рамках догазификации Петелина. Были обсуждены варианты финансирования и было принято решение, что на сегодняшний день газификация деревни Петелина может быть произведена за счет средств самого КИС «Зеленая роща», а далее компенсировано, исходя из тарифной надбавки на транспортировку газа. Задача администрации – проконтролировать установленные комитетом по тарифам соответствующие надбавки, чтобы программа социальной газификации сработала для всех 19 домовладений. Андрей Иванов добавил, что летом лично проинспектирует подключение к магистральному газу по президентской программе первых абонентов в Петелине. Полина Толмачева, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».